Здравствуйте, меня зовут Михаил, мне 16 лет, я живу в Питере и владею техникой гроулинга. Так что, если в вашей группе не хватает гроула, то я готов попробовать сыграть с вами в роли вашего вокалиста. Ну, для начала, чтобы доказать, что я не просто хер с горы, давайте я вам что-нибудь исполню. Здравствуйте, меня все еще зовут Михаил, я по-прежнему живу в Питере, мне уже, страшно сказать, 26 лет, и я владею техникой фортепианного рок-н-роллинга, так что группа мне уже не нужна. Охуеть.